Здравствуйте, уважаемые зрители! Вас приветствует компания «Южный Полевод». Сегодня 27 мая, прошло 2 недели с того момента, как мы последний раз снимали видео о наших растениях картофеля. И обратите внимание, насколько сильно подросли наши растения. Особенно вы можете увидеть, насколько сильно вырос третий наш вариант. Он уже сантиметров на 25-30 обгоняет первый и второй вариант. И что стоит отметить, что у этого растения намного мощнее развиваются ростки, стебли значительно толще, чем у первого и второго варианта. И листья, обратите, насколько крупнее они. Можно даже сравнить оба варианта. Так вот. Разница очевидна, насколько более крупные листья на этих побегах. И что стоит отметить, между узлей на вот этих основных трех побегах 14-15 где-то. На вот этих растениях 10-11 междуузлей. Следовательно, это растение, которое мы трижды проливали удобрением Unravel, развивается значительно быстрее. Что еще стоит отметить? Обратите внимание, вот первый вариант. Корневая система видна, она очень слабая. В принципе, есть отдельные корешки, но их не так много и они тонкие. Второй вариант – это клубень, который мы замачивали и выдерживали в растворе Unravel в течение 10 минут. Очень мощная корневая система образовалась, но она образовалась практически сразу же. И сейчас за счет этого растение довольно-таки неплохо развивается. И третий вариант, который мы трижды проливали удобрением Unravel во время вегетации. Вы видите, насколько густая корневая система здесь образовалась. Очень много тонких волосков корневых, которые полностью оплели субстрат в нашем контейнере. Сегодня мы подкормим наше удобрение комплексным минеральным удобрением, в состав которого входит азот, фосфор, калий и магний. Формула 14-11-25 и 2,5% магния. У нас уже готов 1 литр раствора. Концентрация 2,5 грамма на литр воды, 2,5 грамма удобрения. Проливать будем немного, где-то грамм по 300 на каждое растение. Торф слегка влажный, поэтому много удобрений и много воды сейчас нашим растениям не нужно. Всем растениям одинаковое количество раствора. На этом наше видео окончено сегодняшнее. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео.